Всем привет, давайте еще немного позебрашим, разберемся, как работать с цилиндром. Еще один вариант я вам покажу. Вот выбираем наш цилиндр, вот такая штукенция у нас выходит. Теперь что мы делаем? Нажимаем Edit, входим Initializer, ставим ставим 20 на 20. Так. Ставим 20 на 20 XY. Вот такая фишка у нас получается. И теперь делаем отверстие в нашей заготовке. Вот такая фишка у нас получается. Отверстие давайте чуть потоньше сделаем. Вот такая фишка у нас получилась. Давайте выровняем. Так, что теперь? Тут все у нас. Давайте теперь сделаем Make Polymesh. Включим Mob. Так, уменьшим заготовку нашу и растянем. Надо постараться, чтобы она мало-мало ровная была. Так. Вернемся назад. Возьмем драфт. Выровняем. Уменьшим полозок драфт. Мов поставим. И вот так ее вытянем. Так. Главное поймать. Кривовато. Выровняем. Вот так мы ее вытянули. Давайте нажмем драфт, выровняем. Вот такая трубка у нас получилась. Давайте теперь зайдем в трансформацию, нажмем симметрию, нажмем Z, R, X отключим. Выберем перо стандарт и начнем моделировать нашу трубу. Уменьшим draft size. Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Так. Хреновастенько. Давайте добавим радиалов. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Тут добавим еще немножко. И теперь давайте немножко сделаем узор. Вот так вот добавим здесь. И немножко постараемся. Возьмем какую-нибудь альфу. Вот эту. И вот так вот. Не, многовато будет. И вот так вот сделаем тут раз. И тут вот так вот два. Немножко украсим. Добавим теперь, возьмем стандартную кисть. Уменьшим еще немножко. Добавим тут колец побольше. И теперь прибавим. И вот так вот ее раздвинем. Все это дело мы сделали. Все у нас получилось, все хорошо. Давайте еще немножко уменьшим. Вот так и сделаем здесь
Вот такую фишку. И тут тоже типа закончим это дело. Вот теперь давайте откроем цилиндр, найдем. Вот он наш цилиндр. Отключим симметрию. Так, теперь жмем Alt и вытягиваем нашу вот эту заготовку. Вот так все дело у нас получается. И теперь два раза снимаем маску. Вот такое отверстие у нас получилось. Здесь можно этих отверстий понаделать, скопировать эту модель и поставлять их одинаково. Давайте еще раз вам покажу. В прошлом видео я уже это дело все показывал, как делать. Давайте вот, вот здесь вот ставим теперь. Вот такую штукенцию. Давайте ее теперь немного вытянем кверху. И немного наклоним. И немножко еще сбоку так вот передвинем. Посмотрим, как она тут торчит. Надо еще угол ей побольше дать. Вот такая штука получается. Жмем Draft. Так, и теперь снимаем два раза выделение. Вот такая пустота у нас получилась. Неказистая, но в принципе можно ее сделать потоньше, поровнее. Зажмем Alt. Вот таким делом займемся. Немного поднимем кверху. Вот так ее можно передвигать. И можно опять снять выделение. Вот такая дырка у нас получилась. Просто нужно их будет симметрично сделать. Ну, вы поработаете. Можно узоров тут добавить. Ну, какую-нибудь выбрать можно. Ну, допустим, давайте вот эту. Тоже что-то не получается. Вернулись далеко. Вот так вот можно и поразрисовать. Вот так ее можно вытягивать. В принципе, делать с ней можно что вам заблагорассудится. Рисовать тут вот так, вот так вот. Вот такая дудка у нас получается. Все, всем пока. Изучайте, сделайте получше. Не спешите. Все будет еще красивее. Все. Всем пока. Вот что у нас получилось. Здесь можно еще понаставить. Всем до свидания.